Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Ревека увидела Исаака. И встала Ревека, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Бер-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.